Всем привет! Какие помидорки начали краснеть первыми у вас в открытом грунте? Такой вопрос. Первыми начали краснеть помидоры. Вот такие томаты загадка. Очень хорошо они наливаются, завязывают кисти. Много на них помидорок. Вот там кисть. Помидорки все красивые, выровненные, не крупные, не лопаются, не трескаются. Вот со всех сторон вам покажу. От агрофирмы Аэлита. Специально томатик для открытого грунта. Невысокий. Томат-загадка, видите, написано. И здесь у меня томат-загадка. Шестьдесят 80 сантиметров. Производитель пишет, не посанкуйте, но я все помидоры посанкую. Все посанкую. Нет у меня такого, чтобы я оставляла полностью. Все листья я обрезаю, макушки вершкую. Этот томат он сам завершковался. Так, что тут хорошего? Еще я его не пробовала, сажала первый раз. Так, пишут ультраранний. От сходов до созревания 80-85 дней. Ну, так как погода была холодная на улице растут они немножко хуже. В теплице я его не сажала. Сеяла на рассаду 17 марта. 17 мая высадила в грядку, в открытый грунт. Сегодня 27 июля. Томатик уже начал спеть. Вот, окрашиваться, менять свой окрас. Но еще не срывала, еще ни одного не пробовала. Не знаю, как на вкус. Но это сорт. Так, что пишут? Для открытого грунта сочетает высокую урожайность, выровненность плодов, отличное качество, хорошую транспортабельность. Растение детерминантное. Плоды плотные, мясистые, массой 80-100 грамм. Да, действительно, все так. Все так. Подходит. Вкус отличный. Томаты сочные и сладкие. Подходит для различных кулинарной переработки, консервирования. Сорт отличается стабильным плодоношением в любую погоду. У кого не получаются томатики, сажайте томат «Загадка» от агрофирмы Аэлита. Очень томат урожайный. Много кистей завязывает. Сейчас скажу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь кистей на таком маленьком растении. Вот на таком невысоком растении. Восемь кистей. Два у меня их томата. Вот этот вот рядышком тоже. Но второй еще не спеет. Вот он такой загруженный, красивый. На вкус, как созреют, так продегустирую. Сейчас пока его срывать не буду. Пусть спеет дальше. Сейчас еще раз покажу вам. Вот такой. Агрофирма Аэлита. Томат загадка. Пишут 100 грамм. Ультраранний. Ой, руки трясутся. Как будто кур воровала. Ультраранний, низкорослый. Не требует посанкования. Высокоурожайный. Вот такой томатик.